1 ноября служба судебных приставов отпраздновала 150-летие со дня образования Института судебных приставов в России. Накануне в торжественной обстановке заслуженных работников федеральной службы наградили юбилейными медалями, благодарственными письмами и почетными грамотами. Аракелян Рафаэль Рустамович, судебный пристав, исполнитель по розыску отдела судебных приставов. За полтора века существования служба судебных приставов зарекомендовала себя как действенная правоохранительная структура. От нее зависит исполнение решений судов в полном объеме, взыскание штрафов и алиментов с неплательщиков, заработные платы с нерадивых работодателей, задолженности по налогам и сборам. Только в Белгородской области в 2015-м в бюджеты всех уровней было перечислено более 370 миллионов рублей. 110 из них составили административные штрафы. Несмотря на изменения государственного и политического устройства нашей страны, важность и значимость службы судебных приставов доказана была временем. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наша служба превратилась в реальную силу, которая приобретает все большее значение для укрепления государственности, принципов справедливости и неотвратимости наказания.